Слушайте, я тут смотрела как-то видео канала «Чердак Чердакович», поищите на YouTube, вы найдете. В Казахстане человек продает с времен СССР старые какие-то вещи. И вот здесь мой один знакомый, между прочим говоря, родственник моего мужа. И вот я вдохновилась, я его смотрю, я вдохновилась и пришла вот в Америке в такой магазин, где тоже продаются такие старые винтажные вещи. Вот смотрите, вот это все фарфор. Невероятно легкие вещи. Тут даже номер какой-то есть. Не знаю. Плохо вижу. Мы вот с мамой и сестрой пришли полюбопытствовать. Тоже вот такая вот старая посуда. Кто-то это все сдает. Смотрите, какие фарфоровые чашечки. Вот посмотрите, какое клеймо. Royal. Не вижу. Made in England. А, английский фарфор. Вот все-таки фарфор чувствуется. Настолько легкие все эти. И вот, например, вот такой сервиз можно купить за... Я не вижу цены. Ну вот, к примеру, вот такой вот сервиз. Вот, можно купить за $84. Тут, правда, уже сломали. Вот, например, набор из 4 тарелок $8. Это японский. И знаете, оказывается, так интересно вот это все смотреть, потому что попадаются очень красивые вещи. Вот эти тарелки не знаю, а вот эти, например, очень красивые. Смотрите, какие тарелочки. Видно, да, на них прямо как бы такой рисунок нанесен очень тоненько. А вот это вот из 8 предметов $8 всего. Ну, здесь вот этих три, эти 4, этих 3 тарелки. О, sorry. А вот этот вот, смотрите, вот этот сервиз стоит $92. Ну, здесь, смотрите, сохранилась и сахарница, и блюдечки, и чашечки разных размеров. Ой, вот сахарница тоже. Ну, это такой стиль классический немножко. Не мой, но мне нравится просто даже вот смотреть такие разные вещи. Ой, а вот какие чашечки. Тоненькие-тоненькие. Бристоль. Японская. Ой, а вот оно, это такие же. Ой, настолько легкие, тоненькие. Просто прелесть. Так что вот такие вот магазины есть в Америке. Очень интересно, знаете, ходить и что-то смотреть. Смотрите, Япония тоже. Очень много японского Микаса, Чайна. Очень много японского фарфора. Вы видите, да, какая толщина стенок? Я вообще не представляю, как это вот сохранилось. Не сломалось за столько лет. Всякие лампы очень старые. И, кстати говоря, много людей здесь ходят и все что-то покупают. Очень интересно здесь что-то смотреть. Смотрите, факс. Или что это такое? Старая техника даже. А это как называется? Латунь или что это? А, это даже серебром покрытое. Но оно очень старое какое-то. Сахарница, чайник. Да, а, молочник, да, сахарница. $16 стоит. Силверплейт тут я вычитала. На, он коппер. Коппер это медь. Да, кажется. Это медное и покрыто серебром. Но это очень старая. Прям старинная вещь. $16. Мне чайник понравился. Да, может, это к нашему самовару взять? Это американское или чье это?
не написано. Видишь, они чайник часто использовали, а это мало. PSCO. Надо посмотреть, чья фирма. Это, наверное, Америка. Ну, ничего не купили. А вот, смотрите, это Германия. Такой вот. Кстати, очень хорошо сохранившийся, написано, ну, Германия. Они не пользовались, да. Как? Все простояло у людей. Вот сахарница. Да? Ага. Ты знаешь, я бы себе молочник сахарницы купила, но они все отдельно не продаются. Это все сервизами тут продают. Япония. Это все. Или Англия. Почитай, там написано. А это уже хрусталь пошел. Хрусталь, ну, похож на наш советский, чешский. У американцев, в принципе, вот тоже. Вот, типа. Очень сильно. Вот, смотрите, какая вазочка. А вообще у американцев бывает хрусталь очень дорогой. Фирма у них, по-моему, Waterford называется. А фарфор, я знаю, Ленокс. Ленокс все охотятся за Ленокс. Это потому что он ограниченным тиражом выпускает какую-то посуду. И когда время проходит, она становится очень дорогая, эта посуда. Потому что у людей бьются, и они ищут на замену тарелки. Или коллекционеры по одному предмету с разных коллекций выпусков берут. И они такие очень красивые бывают. Ну, это в основном такое все классического. Бристоль опять. Так что вот такие вот магазины здесь бывают. Людей, видите, немало прям ходит. И очень интересно тут все это смотреть. Вот тарелочка 3 бакса. Made in Japan, японская. Это от каких-то сервизов такие остатки. Это большая тарелка, $4. Под торт, да, можно? Уже японская. Ну, тут английский сервиз, кажется. Ага. Ну вот сервизами продают полными. А я бы купила себе этот чайник, молочник и сахарницу. А тарелки мне не нужны, у меня белое все, белый фарфор, мне касса. Я такой цветной не люблю. Вот видите, всякая всячина. Между прочим, есть, конечно, откровенно вот барахло всякое, кто что выкинул. А, это даже меламин, пластик. А есть прямо, видно, такие какие-то вещи винтажные. Возможно, какие-то имеют ценность. Ой, мамочка, собака кашляет. О, Господи, собака там чихает. Кошмар. Вот они здесь, знаете, прям с собаками заходят в магазин, и ничего такого в этом нет. Все разрешено. Смотрите, кресло какое кожаное. Старинное. Видите? Вот старинный стул, тоже кресло. $36. Вот это американская классика. Такие стулья. И вот эти тоже. $10. Смотрите, вот сколько ему лет. В музеях я только такие видела. Такие полочки из этих, из 60-х или даже каких 30-х годов, наверное.
Видите? А вот у моей тети такой был сервиз английский. Видите? Сделано в Англии. Но здесь вот только, похоже, не чайная, а кофейная маленькая чашечка. А мы вот ищем чайник. Я вот на этот глаз положила. Он, похоже, больше кофейник, чем чайник. Вот видите, с такими собаками приходят. Мама там что-то нашла, хочет показать. А вот смотрите, это японское или что это, китайское или японское? Japan, японское. Здесь, кстати, китайского таки мало. Все вот такое винтажное, все сделано в Японии каких-то там годов. Такие, смотрите, всякие фарфоровые. А, нет, это тяжелые, такие керамика. Какие-то штучки. Керамические. Excuse me. А мама мне вот это все показывает. Смотрите, вот эта вот статуэтка фарфоровая. Смотрите, платье. Платье у нее сделано полностью из фарфора. Можете представить себе, какие складочки, как ткань. И вот за $10, ну, я не могу понять, какая-то вот подпись именная какого-то. Какой-то штамп стоит. Ну вот это все, представляете? А, она, конечно, уже вот отбитая. Представляете, как это вот сделать, как такое кружево из этого, из фарфора. Вообще удивительно. Мы чайник не можем найти, потому что в Америке чайники прям не продаются, знаете, культуры чаепития нет, поэтому у них здесь с этим проблема. Видите, народу много, все что-то ищут, все что-то смотрят. Эти квотеры отсюда ставятся. А, это для тех, кто коллекционирует монеты. Ну, это, думаешь, просто коробка, они вытащили коллекцию или что? Нет, ну это вот у Сабины есть же квотер. Ну. В бумажной. А так она сюда бы посадила. Ну-ка, давай попробуем. Presidential. Нет, это была полная, комплит, полная президентская коллекция монет. То есть там были монеты, они их это вытащили, да. А, чехлы оттуда. Да, выбросили коробку, потому что это место занимает. Переезжали, наверное, место занимает. Что-то современное с этикеткой. Да, они выбросили этот чехол. Да, ну вот это, конечно, фарфор тоненький такой. Удивительно. Видите, какой велосипед замечательный. Это декорация настенная. Вешается. Прям велосипед. А, написано, что не продается, для дисплея только. Прикольный.